ребята, через полтора часа мы все-таки приехали в это место. Просто волшебный закат сейчас. Всем доброе утро всем. Сегодня субботный день, жаркие дни, так и продолжается в Ташкенте. У меня выходной, а это значит что? Это значит, что будет новый выпуск. Это значит, что у меня есть время поснимать для вас что-нибудь в социальных сетях. Друзья добавили вот такое вот красивое место. И сразу у меня желание появилось сюда пойти. Поэтому, как только суббота настал, я позвонил ребятам, друзьям. Фируза откликнулась. И вот сейчас я еду туда, чтобы их забрать. И мы поедем в это место. И я вам покажу. Мы все-таки приехали в это место. И то, что на фотографии видел, в принципе, намного даже лучше, чем фотография, как оказалось, это место. Вы готовы? И, ребята, знаете, самый лучший момент, самое лучшее место здесь что? Это не бассейн, ребята, а это вид. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss lost spell. Я сюда с друзьями. Феру, помните? Че, Фера, как тебе местечко? Очень красивое место. Да. Не доделано до конца, но вид шикарный. Покажи вид. Да. Давайте, ребята, я вам уже, наверное, сейчас покажу вам вид. Мы специально лежаки вот сюда поставили. У нас лежаки стояли вон там. Непонятно почему, потому что когда вот такой вид, мы просто хотели вот сюда переехать, пройти. Вот офигительный вид такой. Красота. Замечательное окончание выходных. Так, Майк. Бежим, и здесь у нас просто волшебный закат сейчас. Смотрите.